Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Эдмут Роза. В сегодняшнем ролике мы будем играть в новенькую игрушечку под названием Эрих Зан. Что ж, давайте начинать. Для начала вообще давайте язык поменяем. Так, побыстричку. Ой, нет. Не польский, не надо. Русский, вот он. Так, играть. Поиграем на призраке. Так, Эрих не слышит, Эрих не видит тебя, реклама будет отображаться во время игры. Ладно, давайте начинать. Ух ты. Так, тут у нас Эрих, это дедуля. Так, дальше тут есть кролик какой-то. Есть какая-то тетка. Не, ну мы сегодня с Эрихом поиграем, вот так. Эрих Зан считается одним из лучших скрипачей 20 века. Он исчез с позором вскоре после того, как потерял зрение при странном обстоятельстве. Говорят, что когда вы гуляете ночью возле старой резиденции в Аркхеме, можете услышать душераздирающую музыку его гипнотической скрипки. Так, ну давайте начинать. Так, загрузочка. Быстренько загрузилась так. Угу. Мне удалось пробраться через канализацию. Далее. Крышка люка заблокирована. Мне нужно найти новый выход. И не знаю, что это за комната, но я должен найти скрипку. Да, я нашел скрипку и покину этот чертов дом с ней. Ага, тут какие-то замки. Будьте осторожны, необходимо убедиться, что владелец меня не слышит. Я уверен, что он не очень дружелюбен. Угу. Так, идет день первый. Хорошо, так. Игра уже интересненькая, так. Давайте начинать. Что тут у нас? О, это что? А, это газировочка. Оп. О, а вот и Эрих, вы только посмотрите. Опа-на, какой дедуля. Так, ну давайте искать тут предметы какие-то. Ой, ё-моё, ты что меня пугаешь? Что тут такое? Ага. Подъемчик тут такой. Прыгучий. Так. Че кашляешь ты? Че тут ходишь вообще? Так, полено какое-то. Угу. Деревяшка. Бревно. Извините, чтобы... Че тут у нас? Закрыта дверь. Так, что у нас тут? Угу. Пикмен, заключенный, справка. Ой-ой, это не то. Так. Стройки. Так, продолжить. Так, это все понятненько. Ладно, это мы кинем сюда, пожалуй. Эрих, ты нам... Так, что это завинтили? Угу, я еще не могу использовать. Это, ну давайте искать, что тут у нас есть. О, целых два предмета. Так, ну давайте ключик. Еще не... Ага. Значит, надо спреем. Значит, надо... Спрей нам зачем вообще? Чтобы Эриха чули? Или что? Эрих, ты где? Эрих, ага. Ага, вот оно что. Тут надо одно полено плюс уголек, и там уже... Дальше будет. Так, я чуть-чуть скрутил, чтобы не было так слышно. Так. Но этот ключик почему-то не берется-то. Нет. Так, это какая-то монета. Мне нужен... Ага. Это мешочек с монетами или что? Так, тут какая-то еда. Люди такие. Ага. Еще не все перевели, я так вижу. Так, а тут он, походу, тренировался тут играть или что, или учил. Ученики у него, наверное, были. Так, это газировочка. Шуметь тут. Ага, похоже, это личный шкаф можно переместить с помощью какого-то механизма. Книжечки нельзя брать. Не, книжечки нельзя. Угу. Так, это что такое? Джузеппе Верди. Ага. Эрих, ты чё?
Странно. Ладненько. Здесь тут что-то шумит. Так, тут всякие штуки какие-то. Тут это все надо обозревать, это все дельце. Шкафчики всякие. Будь здоров, Орех. Так. Ага, эта дверь закрыта. Угу, что у нас тут имеется? Опа-на! Тут у нас какая-то столовка. Ага. Так, это все понятненько. Так, 5 монета. 5 монета. Сколько этих монет? Зачем они вообще нужны? И опять монета. Странно. Кстати, шкурка от банана. А слушайте. Что если... Эрих, идешь сюда? Эрих, ты чё? Ты чё, Эрих? Ну, давай, падай. Опа! Ничего себе! Эрих, с тобой всё хорошо? Как раз его рассмотрим подетальнее. Ух ты, ё-моё. Опа! Встал. Так. Проснулся. Ну, и так очевидно. Текс. Это там открывается? Не, это не открывается. Так, ладненько, ладненько. Идемте дальше смотреть. Смотрим. Обозреваем игру, короче. Так, что у нас тут имеется? Опять всякая кожура. Это ужасно. Так, тут что? А, тут ничего. Может, туда кинуть что-то надо? Раз это ужасно. Подождите-ка, может, это зеркало что-то нам даст? Так, может... Так, давайте сейчас я брошу. Опа! Не, не разбивается. Эх, жалко. Я-то думал, что-то нашел. Секретку, может, какую-то. Эх, но нет. Жалко. Монета в унитазе летает. Вы когда-то такое хоть видели? Монета опять. Эта дверь заперта. Автомат какой-то. А может, сюда надо монету? Монетка. Нет. Я-то думал. Жалко, жалко. Так, тут какая-то сцена. Но он тут, походу, выступал. Кстати, что это такое? Используйте для атаки врага. Враг, ты где? Ага, вот он. На! Ты идешь или нет? Сейчас я в него. На! Вот это да! На 10 секунд целых вырубился. Воспользуйтесь этим. Ну чё пользоваться-то? Не знаю. Такс. Ладненько, давайте тут уже шкафчики будем открывать, а то... Нам ещё надо что-то искать. Ага. Ну ладненько, так, тут это... Тут всё понятненько. Так, что у нас тут? Ящичек какой-то забагованный. Монета опять. Так, что там? Ага. Тут подвал. Смотрим еще тут, что есть. О! Старый ключ. Это то, что мы искали, господа. Дамы и господа. Ага, тут это открывается. Что тут у нас? Давай. Ага. Понятненько. Надо, наверное, тут открыть. Ага, все. А вот и уголь. Вот и уголь. Ну, идемте сейчас запускать шарманку эту. Вернее, котел.
Так, хорошо. Что дальше? Надо, походу, теперь вентили вверх. Вот так. Вперед найдите остальные. Ага, тут надо все крутить. Эти остальные. Тут какой-то один есть. Сейчас залезем. Опа. Найдите остальные. Ага. Ржавый ключ. Все, что ли? Тут еще или используйте для входа в библиотеку. Так, а где была библиотека? Тут что ли? Ага. Да ну что? Так, тут у нас это есть. Это что? Куда это надо? Сюда что ли? Нет. Куда это надо использовать? Алло. Куда это надо? На кухню, что ли? Я не знаю. Смотрите, багует, багует. Все, передумал. Для чего же это надо, люди добрые, а? Так, тут мы уже пролезали. Тут мы еще не смотрели, что. Ага, ну тут то же самое. Все, что ли? О, есть книга, походу. Бросить. Книжка. Может, ее на полку, что ли? Сюда, походу. Или куда? Куда ее-то? Ага. Ух ты, ничего себе. И чё это? Скрипка. Вам может понадобиться специальный ключ, чтобы открыть это. Ага. Может, тут? Тут, наверное, заспавнилось что-то новенькое, я не знаю. Там писал, что это не только от этого самого, от библиотеки, но и от выхода. Где я кинул этот ключик? Ага, вот он. Давайте его пока что около выхода кинем. Если у нас там что-то не получится, то мы просто сбежим. Да хватит шуметь, Эрих. Эрих! Спокойно! Разбушевался, ты смотри на него. Так, ключ какой-то. Специальный ключ. Эрих, ты случайно ключа не видел, нет? Да ладно, ладно, чё ты. Так-с. Нету чё-то, нету, ребята, не знаю. В ванной что ли? Смотрите, умывальник прозрачный. Вот это да. Это баг. Это не должно быть здесь. Может быть, если я найду какой-то нибудь инструмент, я мог бы попытаться открыть его. Ага. Какой-то инструментик. Ладненько, давайте... Искать, может, какие-то новые предметы, что ли, спавнятся или что?
Пока что понятия не имею. Эта дверь заперта. Так, это что? Это, наверное, надо потом активировать с помощью того же проводка. Угу. Сейчас мы этого Эриха вырубим. Эрих. На. Опа-на. Еще эти кирпичики тут валяются. Так, ну я пока что вообще без понятия. И что может быть? Ага, тут еще что-то. О! Вот оно что. Ага. Сохранять монеты. А, ну это все понятненько. Давайте соберем одну. О! У нас уже инвентарь каких-то монет появился. Ну ладненько, эти монеты, наверное, штучно не от этого. Так, ну давайте как это поставить? Как это поставить? Куда это надо ставить? Алло! Ребята, я пока что без понятия. Ой, вообще. Просить. Не, ребята, без понятия, что тут надо делать. Ну, короче, в этой серии мы пройдем просто через этот ключ. Вот. А вот уже в следующей серии мы, думаю, там будем что-то мутить, крутить. Ну, давайте, активируем. Так, и пошли. Угу. Город тут какой-то. Это тот люк? Ага, мы открыли новый замок. Ну, вот и все, ребятушки. На этом я заканчиваю серию. Если вам понравилось, то поставьте лайкосик. Также подпишитесь на канал, пишите любой комментарий. Ну, а с вами был я, Дмитроза. Всем пока-пока.